Так, друзья, еще раз включение 1 августа. Сегодня время без 15:06. Нахожусь я в таком вот месте хорошем, где обзор есть на все эти горы, которые в сторону Канаклы-Антали. Вы видите, что дым поменьше, чем вчера. То есть вот есть там такая вот пелена, как бы, и есть она, и солнце немножко закрывает. Но она не такая, как вчера, не такая и горела вчера вечером где-то там за теми горами. Сейчас тоже там не так, как вчера. Вот оно все поспокойнее там. Ну, в плане нет столько дыма. И летит он пожарный вертолет, наверное. А где больше всего дыма, вот так вот наискосок, вот я смотрю, ну, тут дома закрывают, не видно. Сложно сказать, какой район, возможно, где-то за метро или даже не за метро, но оно дальше, понятно, что намного дальше, чем метро, и чуть-чуть в ту сторону, опять же, в сторону Анталии. Но, опять же, клубов дыма нету, оно все вот так вот поверхностно, как бы, не очень. Вертолет, ну, без ковша вертолет. Самолетов целый день много летало тоже, но я дома был, просто не мог их вам показать. Сейчас пока еще самолетов не видел. Вертолет туда летит, в сторону Кыргызджака, Газипаша. Так что вот так вот сегодня все выглядит, потому что опять там нагнетаются панические всякие настроения, что Алания горит прям сегодня. Друзья, вот вы видите, вот по кругу поворачиваюсь, прям клубов дыма, чуть-чуть вот там дым есть, я сказал, он чуть-чуть есть, как всегда, вот. По общему горизонту, где солнце, там вообще чисто все. И в сторону, где Махмудлар-Кыргызджак, я тоже не вижу явного какого-то прям дыма. Вот так вот все сейчас выглядит. Люди наслаждаются, купаются в 30-градусной водичке. Все хорошо. И хотелось бы, чтобы так хорошо было повсюду, где сейчас страдают люди и животные, к сожалению, от этих пожаров идиотских. Привет из Алании, спасибо за лайки. Видео еще, конечно, будут сегодня, 1 августа. Всех поздравляю с началом летнего первого месяца. И там кто-то мне машет там в воде, кстати. Я вас увидел, привет вам. Кто-то машет в воде. Тут, я не знаю, тут Луна, Саритаж и Сан-Франциско. Возможно, какому-то отелю этот пляж принадлежит. Возможно, если вы мои зрители, напишите, конечно, в комментарии. Но у меня приближения просто нет, поэтому я не могу вас ближе показать. Но я вас увидел. Все, двигаемся дальше. Что-то интересное будет. Буду вам показывать. Людей очень много. 1 августа. Время ближе к 6 часам вечера. Алания.